Всем, кто сейчас смотрит канал Райского Усадьба, привет! Сегодня у нас 22 апреля 2017 года. Привет! Продолжаем. Так вот, сегодня 22 апреля 2017 года. Сегодня мы расскажем о теплице фермер Виа-Ви. Фермер является, можно сказать, флагманом линейки арочных теплиц, произведенных в Уральской усадьбе. Значит, что у нас есть? По торцам у нас разрезная дверь форточка с одного и с другого торца. Каркас теплицы сделан из профильной трубы. Основная арка из трубы 20 на 40, подпирающая из трубы 20 на 20. Арки выполнены в виде ферм. Также в теплице у нас установлена перегородка без двери, просто проем. И две коньковые фрамуги в каждом отделении по одной. Фрамуги оснащены системой термоприводов. Также в теплице у нас сделана система подвески, которая выполнена из трубы 20 на 20 по две трубы на каждую сторону. Сама конструкция установлена на брус 100 на 150. Брус пропитан антисептиком. Поликарбонат у нас 4 мм, 0,72 плотность. Значит, что хорошего в данной конструкции? Это очень мощный каркас. Это и ее достоинство, большой плюс. То есть ей не страшны никакие нагрузки, связанные со снегом, ветром и прочими катаклизмами. Ну, разве что, если пианино рухнет на теплицу, может быть, ее погнет. Ну вот, на этом и все. Ставьте пальцы вверх, пишите свои комментарии, рассказывайте истории. Всем пока!